И всем привет, ребята, дорогие друзья, вы на канале Альфа. Сегодня, ребят, начинаю проходить игру под названием Carnivores и Назарус Hunter. Эта, ребят, игра вышла 20 лет назад, по-моему. Это игре уже юбилей, второй, если не ошибаюсь, вот. И что я хочу сказать, эта игра вышла не только на Android и iOS, а также на ПК. Ну, на компьютере, кто не понимает. Да, ребят, здесь я уже немного поиграл, чтобы понимать, что здесь происходит. Ну, как бы я и на компьютере играл, но там почти ничего не отличается, но графика немного здесь лучше. Да, вот, ребят. Я хочу вам рассказать, что здесь вообще нужно делать. Здесь, в общем, нужно убивать динозавров, получать там деньги, чтобы покупать лицензии на новых динозавров, оружие. Сейчас у меня доступно только пистолет. Сейчас, ребята, вам это покажу. Вот здесь трофеи можно еще. Вот. Это паразаурлов. Вот. Вот. Или паразаурлофус. Вот. Вот он. Ну, можно его удалить из трофеев, но я не буду. Вот, написано, типа, я 7 долларов получил за него, если не ошибаюсь, да. 7 баксов, так. Ладно, меню, погнали. В меню. Выход. Так, погнали теперь на охоту, потому что это самое интересное в этой игре. Я так понимаю, слева это карта, вот, да. А вот справа, вот, внизу, Call Next, ну вот. Это выбор типа ночью или днем, ну, суток, времени суток, вот. И только не понимаю, что это под солнечным днем, вот. Что это такое, я так не понял. По-моему, здесь только можно выбирать в этом режиме карты много и все. Ну, все, то есть, если не ошибаюсь. Но сейчас мы только в этой карте будем играть. Так, погнали, next. Лицензия на паразаурлофуса. Я могу, конечно же, купить лицензию на этого, на анкилозавруса, на анкилозавра, то есть, и на этого стегозавра, но мне не хватает на стегозавра, так что на анкилозавра потом прикупим. Так, погнали, next. Так, это у нас оружие, доступен только пистолет. Но у нас не хватает на дробовик, к сожалению. Очень обидно, хотя, по-моему, может быть, и хватает, не знаю, ладно. А вот справа здесь, это, по-моему, выбор. Это камуфляж, я так понимаю. Это что-то дает. Это усыпляющие дротики. А вот это я не могу понять, что это. Так, ладно. Думаю, применим это. Не это. Ну, по-моему, за эти, если я применю, будет давать меньше очков. Ладно. Погнали, ребят. Хант. Посмотрим, что у нас. Вот. Мы сразу же появляемся, спавнимся, кому как удобно. Возле динозавра. Так, вот. Блин, спалился. Я не особо хорошо играю в эту игру. Вот, бинокль есть. Так, вот здесь у нас карта. Вот. Так, погнали. Вы наверняка думаете, почему я решил записывать эту игру, потому что, во-первых, ее нету на Ютубе, а во-вторых, мне просто захотелось ее записать. Ну, как ее нет на Ютубе? Ее очень мало, да. Там просто англичане ее записывают, там иностранные, да. Ютуберы, вот. Как бы я тоже от себя тоже хочу записать. К сожалению, у меня 30 FPS не особо хорошо идет. Так что я извиняюсь, если будут где-то просадки FPS. Вот. Так, вон там Диметродон. По-моему, так называется этот ящик. Блин, случайно стрельнул. Я не хотел. Ну, конечно, наша же цель вот этот паразаурлофус. Так, давайте здесь присадим. Присядем. И вот справа здесь есть манок. Вот. Типа приманить его. Сейчас он сюда придет. Блин, жалко, что я не знаю, как приседать. Обидно. Очень. Его еще не вижу. Так. Если я не ошибаюсь, здесь тоже могут быть хищники на этой карте. Вот он. Так.
Давайте вот так вот. Блин, боеприпасы кончаются. Блин, 3 выстрела осталось. Ладно. Так, пойдемте сюда. Это, ребят, еще не разыгрался, не подумайте. Вы даже об этом не думаете, что я плохо стреляю. Просто я еще не разыгрался. Так. Будем его преследовать. Так. Это, я так понимаю, не опасный динозавр. Это Галимим. А знаете, ребят, давайте попробуем его убить. По-моему, нам ничего за него не дадут. Да, ничего мы не получили, но я получил одно. То, что я узнал, что за него ничего не дают. Это обидно. Так, давайте вот здесь присядем, так сказать. И попытаемся все-таки его выследить. Подожди. Так, стой. Он не отвечает. Или это я не слышу? Так. Он сюда идет. Блин. Он за этой горой. За этим холмом. Вот он. Блин. Вон там он. Так, идем туда. Главное, тихонько. По-моему, а так тихонько. Идти. Вот так вот. Он за этим холмом. Блин, боеприпасов нету. Угу. Нет, я не буду покупать. Так, чтобы, по-моему, выйти отсюда, нам нужно нажать вот меню и escape. Вроде все. Это как бы эвакуация. Вот. Так, давайте попробуем теперь поиграть. На закате, да. Так, берем на него лицензию и погнали. Еще попробуем. Так. Ладно. Погнали, ребят. О! Почему везде спавнимся около динозавров? То есть сразу вот за них. Вот закат. Не особо красиво, да. Игра, графика не радует. Так. Погнали. Так, я не пойду на него. Хотя, может быть, стоя. Или туда пойти. Ладно, пойдемте на него. По-моему, он ответил. Или нет? Стойте. К нам другой идет. Походу, хотя... Вот этот к нам идет. Походу. Или нет. Ладно, пойдемте. К этому он стоит, так что пошли к нему. Стоять. Что это такое? А, это типа к дистанции, да? Сколько осталось? Вот, допустим, к цели. Или что это такое? Не могу понять. Кто играл в эту игру, объясните мне, что это такое. Потому что я здесь абсолютный новичок. Я бы даже сказал, абсолютный нуб. Вот. Так, стойте. Я вообще плохо охочусь.
Так что чего-то сверхъестественно от меня не ждите. Вот он. Да как он меня заметил, скажите, пожалуйста. Так. Пойдемте сюда. Сюда. Стойте. Да уберись ты. Так. Сейчас попытаюсь молча играть. Давайте, ребят, так. Блин, почти получилось. Мне кажется, почти получилось. Так. Погнали за ним. Нельзя как-то ускориться еще. Мне просто очень мало этого бега. Бега. Так. А кто из них он? Просто там есть два их. Вот там где-то один прячется. И вот там. Один. Так. Подождите. Ясно. Так. Блин, мне вообще не получается охотиться как-то. Ребят, вообще как-то не получается. Так. Идем. Надеюсь, ребят, вы меня поддержите лайком и подпишитесь на канал. Потому что тогда будет выходить видео еще чаще. То есть, куда чаще? Ну, будет выходить больше, то есть, да. Не чаще, а больше. Стойки. Кто-то бежит. Ясно. Так, потихоньку. Вот там же он. Ага, вот там, да. Он уже убежал. Да, великий из меня охотник. Что это за баги такие со звуком? Стой. Баги. Вот там он. Да, бега здесь вообще не хватает. К сожалению, это так. Стой. Ё-моё! Он же меня не сможет приатаковать, да? Блин. Два патрона, ребят. Есть! Последний. Я уже думал, вообще ничего не получится. Так, по-моему, 7 мы получили баксов. Да. К сожалению... Баги в этой игре тоже присутствуют. Так, как его забрать? Тело. То есть... А то есть я не смогу его забрать никак? А, у меня уже один есть, по-моему, да. Вот, ладно, погнали. Как выйти? Escape. А, забрал бы. Эх, не заметил. Или это меня забрали. Так, ладно, давайте попробуем прикупить что-то. Я сказал что-то прикупить. Подожди, так, давайте попробуем прикупить. Может быть, накопим лицензию на какого-то динозавра все-таки или оружие. Хотя нет, давайте оружие купим. Вот. Можно же купить? Или мне не хватает? Подожди.
Как понять, сколько у меня? Не могу понять. Угу. У меня не хватает, значит, да? Ясно. Так, давайте попробуем прикупить лицензию на анкилозавра. И мы уже пойдем на охоту в следующей серии и на новой карте. Ладно, ребят, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых видео, ребят. Пока!